Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. У нас с тобой 106 день выживания. Накопил я 25 триллионов монет. Так что будем дальше развивать свою базу и, соответственно, выживать далее. Ну что, где у нас бойцы? Бойцы у нас находятся вот здесь. Я обязательно куплю в первую очередь себя. Так, где же я? Вот он. Да, я снайпер, и урон у меня, как видишь, 100 лямчиков. Ну что, приобретаем. Я хочу посмотреть, как он выглядит. Воу. Смотрите, видали, какая винтовка у меня? Я специально, друзья мои, выключил звуки выстрелов, потому что уже от них, честно говоря, башка болит. Оставил только музычку. Так, ну что, прикольно я смотрюсь, но это еще не все. Мы же можем еще купить кого? Сьюзи. Кстати, а мы можем купить и Томми. Но я все-таки думаю, что... конечно, хотелось бы, ребята, мне и Томми приобрести, потому что у него, как ни крути, дроны. А Сьюзи, она у нас с миниганом. И урон у нее 200 лямчиков. Это на первом-то уровне. Приобретем, скорее всего, мы с тобой Сьюзи. Ну, а до Томми уже как-нибудь в следующий раз попробуем добраться. Покупаем. Так, и где же у нас Сьюзи? Ё-моё, ты посмотри. Она с турелью стоит. Офигеть. Ну, я думаю, сегодня мы как минимум до 110 дня должны с тобой дожить. Так, пора, наверное, вызывать босса. Или подожди секунду. Или нам лучше прокачать. Ага, а прокачать у нас не получится, потому что минимальная прокачка на меня, она стоит 12 триллионов. На Сьюзи уже почти 21 триллион. Но я зато могу прокачать Джейка. Смотри, одна прокачка ему дает 162 ляма в плюсе. Я сделаю такую щедрость для себя. Ты посмотри, 312 лямов урона. И Дориса, да, наверное, мы с тобой прапаем. Так, это еще 37 лямов в плюс к нам идет. Слушай, я думаю, что у них сейчас шансов тут вообще не будет. Так, мы с тобой что-то здесь заработали. Так, собери 40 грузов с припасами. Это мы сделали. Все, да? Ну что, будем вызывать босса, соответственно, наверное, его разбирать. Посмотрим, насколько быстро мы с ним сейчас справимся. В тот раз у нас, сам видел, да? Ничего не выходило. Он нас уничтожал. Но тут ясен перец, ты посмотри. Я считаю, что вообще его без проблем, этого доктора никчемного, который нам портил жизнь. Все, в хлам, в мясо мы его бомбанули. Хе-хей. Так, ну что, дальше мои бойцы, естественно, будут его, точнее не его, а зомбарей бомбить до следующего выхода этого босса. Так, давай мы с тобой, наверное, сделаем что? Я думаю, ускорение поставим. Вот так вот. И хочу сделать... Точнее, это не ускорение, это автострельба, а ускорение у нас с тобой вот здесь вот будет. Все. Так, оно будет быстрее, скорость x2. И быстрее мы с тобой будем добираться до босса. Соответственно, еще, конечно, хотелось бы вот это активировать, чтобы у нас денежка шла в двойном размере. И посмотрим, что у нас там будет за босяра. Ну, блин, смотри, как я классно. Вот здесь вот действительно как будто вот снайперская винтовка. А где у нас с тобой был персонаж, у которого тоже снайперская винтовка? Что-то я таких и не вижу, если честно. Я вижу, у нас Томми с пистолетом, да? Потом Гарольд с дробашом. Эти все у нас с автоматами. То есть, получается, я единственный персонаж здесь, который имеет снайперку. Окей, так. Волна зомби. Воу-воу-воу, бегут. Ну, конечно же. А у чувака прикольный костюм, да? Получается, как бы шлем мотоциклетный. Ну и такая вот бронь. Поэтому он и может выходить, как говорится, на передовую, не боясь того, что зомби его, например, там прокусят, завалят или еще что-нибудь. Слушай, погоди, а что-то участились волны, я смотрю. А босс-то до сих пор не выходит. А, вот же, ё-моё, совсем, ребята, заигрался. И это у нас псина. А я-то жду, когда, думаю, выйдет босс, ё-моё. Совсем же, надо же, конечно же, самому призывать его. Сейчас мы его порвем. Смотри, тоже без проблем. Но он, друзья мои, доходит уже до ворота. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну, поднажали. Есть. Так, баррикады пробиты, да мне все равно. Ну, без баррикад как-то не айс. Я надеюсь, инженер успеет починить.
Да, он успел. 110-й день. Сможем ли мы выжить? Вот какой меня сейчас интересует вопрос. А мы пока, наверное, с тобой давай что-нибудь прокачаем. Может быть, даже скиллы. Может быть, даже скиллы. Так, у нас поддержка, братство или воодушевление. Но что-то из этого надо прокачивать, это однозначно. Давай, наверное, братство будем прокачивать с тобой. До 100-го уровня сможем с тобой? Да, по идее, должны. Есть. Так, а воодушевление до суточки? Да, получилось. Военный грузовик, я думаю, тоже стоит прокачать хотя бы до... Ну, до полтинничка. И шоковая мина. Нет, вот здесь вот тоже прокачаем. И шоковую мину до 50-го уровня. Вот. Неплохие, ребята, у нас тут показатели. Так, улучшить ремонт, улучшить баррикаду. Вот баррикаду, наверное, нам надо с тобой прокачать. Хотя у нее уровень довольно неплохой. 146-й. Должна держать крепко, но, как ты видишь, против боссов она что-то не особо нам заходит. Так, ну что, ждем с тобой. Вот, друзья мои, и босс. Вот, друзья мои, и босс. Че, попробуем его так забомбить? Если даже поставим с тобой на... Сейчас, подожди, машина у нас откатится. Машина и воодушевление. И будем вызывать уже босса, чтобы наверняка его завалить. Ну, последние секунды. Готово, так. Мину я выкладываю. А, смотри, мы с тобой уже можем две мины выкладывать. Ого. Это приятно. Так, ну что, я, друзья мои, вызываю. Как бы тут сделать? Наверное, мы включим с тобой патроны мощные. Воодушевление. Вызываем босса. И машину. Ага, ага. Опять, друзья мои, этот профессор. Доктор кислых щей, Франкенштейн фигов идет. Ну давай, 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 друзья мои, ну прожимаем, 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 он же валит, эй. Да, ну не может быть, я что, так и буду, что ли, по одному уровню проходить? Нет, 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 должны мы так пробиты баррикады. Испытание провалено, ты прикинь, прям на самом-самом, ребята, кончике к завершению мы с тобой сфейлились. Хорошо. Давай тогда мы с тобой сделаем следующее. Подождем два отката на братство и воодушевление. Плюс машину. Машину, мне кажется, нужно прокачивать. Она наносит очень неплохой урон, когда именно выезжает. Так что, я думаю, никто не будет против. Блин, мы с тобой так до 110-го дня можем и не дожить. Именно в этой серии. А мне хотелось бы. Так, поддержка, машина. В принципе, она стоит не так уж и дорого. Можем ее солидно прокачивать пока на данный момент. У нее 59 уровень. Давай до 60-го догоним. В идеале бы, конечно, соточку. В идеале сотый уровень был бы, наверное, нормуль. И урон бы хороший бы она наносила. Но, если честно, я немножко расстроен в плане того, что мы с тобой получили два новых бойца, у которых дамаг, ну, просто обалденный. В совокупности, если посчитать, да, взять Рея. Так, где у нас? Взять Рея и взять Сьюзи, это 300 лямов в плюсе. И мы с тобой, да, еще не забывай, что Джейк у нас прокачался на один уровень. И итого у нас получается в плюсе, так, 300. Ну, 500 лямов. Как бы за серию 500 лямов и боссы все равно проходят. Это как вообще понимать? А вот эту стену, мне кажется, ребята, если мы улучшим дальше, она уже будет, наверное, не каменная, а железная. Понимаешь, я бы с удовольствием хотел прокачать бы наших вот этих новых бойцов. Но ты посмотри, какие тут суммы. То есть мне надо попытаться накопить. Я, правда, не знаю, каким это образом. На Доминика, который стоит 50 триллионов. И Томми, который стоит 20 триллионов. И в совокупности это 70 триллионов только для того, чтобы их купить. Ну тут урон, конечно, посмотри, у Доминика. Просто. Я даже не знаю, как такие суммы называть. У меня после триллиона закончился словарный запас. Так что сейчас мы с тобой... Подожди-ка, еще воодушевление, наверное, прокачаем маленечко. Воодушевление, братство. Так, это не здесь делается, да? Или машину все-таки прокачаем? Подожди секунду. Давай, наверное, все-таки машину.
Да, прокачка стоит уже серьезных денег. 65 уровень на тачку. Сейчас откаты подождем с тобой. 37 секунд, здесь 47. И будем бомбить. Босяру нам с тобой нужно вынести до 110 дня, но хотя бы попытаться. Если уже действительно просто не в моготу будет, тогда завершим. Завершим с тобой эту серию. Потому что, ну ты сам понимаешь, накопить офигенные суммы денег сейчас я не смогу. На это понадобятся часы, а может быть даже и дни. Ну что, откаты у нас с тобой все. Автобой, наверное, я не буду включать, да? Сейчас вот с этими зомби мы с тобой разберемся. Что? А, светошумовая граната, я же думал, что там. Вон, ты посмотри, сколько, ё-моё. Волны-то меньше не становятся. Ну чё, призываем. Трындец, призываем. Хоть бы немножко тут расчистить. Это, наверное, не получится. Ладно, раз, два. Бомбы. Так, и босса. Где он? Вон он. Давай, 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 давай. Вжариваем, вжариваем. Так, Доминик, ну ты бы хотел. Хотя вот сейчас вот уже получше. Ты посмотри, уже намного лучше. На старте мы его, ребят, не кисло бомбим. И он даже. Даже половины. Ну, половину прошел. Но тем не менее, сейчас намного легче нам было. И это 100% не из-за машины. Может быть, из-за того, что у нас прокачаны немножко скиллы. И они все активны были. Так, 109 день. 109 день. Опять же, нам придется с тобой подождать откаточку. О, смотри, уже псы появились. Уже на нас идут псины. Раньше их не было. Псины, ползуны, все это отродье. Так, что мы с тобой здесь заработали? Давай-ка посмотрим. Сборщик. Найти добычу 38 раз. Окей, предположим. Так, у нас с тобой 149. Как там? Миллиардов, да? Так, подожди-ка, а Джейк? А что с Джейком? А, его подбили. Вот так вот, я даже этого не видел. Томми. Ну вот, если честно, уже вот такие вот суммы плюс 2 миллиона, да, урона. Это просто смех. Мне надо, скорее всего, прокачивать Джеймса. Но ты посмотри, у него почти триллион стоит одно повышение уровня. Почти триллион. Куда мы с тобой катимся, а? Скажи мне. Как тут можно выжить в этом суровом мире? Так, 101, 102 уровень. Мины. Ну давай мины, наверное, с тобой попробуем все-таки чуть-чуть прокачать. 60 уровень, да? Я могу дальше попробовать. Ага, 70-й. Чуть-чуть не хватает нам с тобой до 80 уровня. Ну ничего страшного, время пока есть. Сколько там? Так, 20. Все, да? Да. 80 уровень. Ну что же, ждем с тобой босса. Попробуем бомбануть. Так, мне, конечно, хотелось бы купить патроны дополнительные. Так, где у нас патроны? Вот. Ё-моё. 300 патронов стоит 20 гемов. Это слишком дорого, я тебе скажу. Ну, для меня в данный момент, потому что гемы мне еще могут пригодиться. А, я думаю, что такое? Что так медленно идут-то у нас все? У нас же X2 скорость игры закончилась, которую мы с тобой приобретали, поэтому они сейчас очень медленно передвигаются. Ну что, вот в принципе и готов зомби. Но у нас с тобой не готовые откаты. Поэтому сейчас мы немножко с тобой подождем, когда это все дело восстановится, и будем уже всех, как говорится, скопом бомбить. Причем вот эти вот зомби, которые идут вместе с боссом, если мы их убиваем, они не выбегают. То есть вот в этом есть плюс. То есть мы бьем с тобой уже чисто босса. Ты посмотри, сколько здесь ползунов. Ё-моё. Одни ползуны идут. Это жестко.
А эти, интересно, вот профессора, которого мы сейчас только что бомбили, да, в этом, в беленьком халате, он тоже вскоре появится, наверное, здесь? Я так понимаю, да. Потому что все противники, ну, за исключением того слизня, они становятся обычными мобами и рано или поздно начинают на нас нападать. Кстати, вот шоковую вот эту фигнюшку тоже нужно прокачать. Она неплохо, ребята, сдерживает и наносит урон. Как бы есть смысл. Ну вот и, друзья мои, боссик созрел. Так, а мы еще сами по себе не созрели, да? Нам еще полторы минутки нужно подождать. Давай посмотрим, сколько у нас стоит с тобой шоковая вот эта вот ловушка. Шоковая ловушка. Сколько ты стоишь по финансам? Давай-ка попробуем до десяточки. Вот, 10 уровней прокачал, отлично. 70 уровня, урон, как ты видишь, 20 лямчиков. Поглощает она 23 энергии. Это, я так понимаю, за одно вот это использование. Ну что, сколько нам там с тобой осталось? Минутку еще подождать и будем уже вызывать. Ё-моё, ты посмотри. Жестко, конечно, жестко. А чтобы нам прокачать огнеметчика, сколько нужно финансов? Можно посмотреть? Где у нас Иван? Ну, я тебе скажу, не так уж и много, но прибавка идет минималка. Ребят, всего лишь, ну, грубо говоря, 5 миллионов. Итого будет 9. Единственный, конечно, плюс, наверное, я так думаю, у него, что массовая идет атака по ближним врагам. То есть враг, когда подходит сюда толпой, он жарит их всех, а не какого-то определенного одного. Ну что, остается 24 секунды. Я, в принципе, уже подготовился. Как говорится, и душевно, и морально. Синие — это лошпены. Так, 12 секунд. 110 день, если, ребята, выживаем, то я думаю, это будет неплохо. Нам останется всего лишь 90 дней прожить. 90 дней, не сказать, что это мало, но все равно приятно осознавать, что 200 день уже где-то не за горами. Хотя, если мы вот так вот 5 уровней будем с тобой таким вот образом проходить, да, по полчаса, то я даже не знаю, когда мы с тобой здесь выживем окончательно. Ну что, пора, наверное, друзья мои, вызывать босяру. Так, включаем с тобой патроны, делаем воодушевление, ставим 2 мины, выпускаем босса, и босс у нас пес. Да. Псина. Ну давай, давай, давай. Хорошо, что она очень медленно идет, эта собака. Плюс ее отталкивают. И я думаю, что мы быстренько с ней разберемся. Слушай, вообще хорошечно пошло. Смотри. Замечательно. Я думал, что будет немножко похуже. Ну а тут оказалось вообще замечательно. Ну что же. 110-й день у нас с тобой. Мы переходим. Получаем награду. Так, достигните 110-го дня. Ну что, попробуем с тобой, наверное, выжить еще один день. Как упремся, так сразу и закончим, да? А так, пока у нас никаких проблем нет, мы продвигаемся. Я думаю, оно того стоит, позаморачиваться здесь. Плюс еще вот эти вот мины хорошо прокачать бы, потому что если босс идет, он натыкается на первую мину, соответственно, получает урон. Потом вторая мина. Сейчас я гляну, что у нас там с минами. Слушай, ну, прилично они по прокачке. Урон, смотри, сколько у них. 271 миллион. Слушай, есть смысл прокачать? Ох. Да-да-да. 442 миллиона урон? Офигеть. 500 лямов. То есть для... 500 лямов, это получается в совокупности у меня одна шоковая мина наносит урон... Равнозначный это, если будет стрелять Сьюзи и Джейк. То есть это вот такой вот урон наносит мина. Ну это круто. Вот это серьезно круто. То есть две мины, получается, сносят, ну почти триллион. Да, получается, если по 500 миллионов. Да, по триллион. Ребята, урон она наносит офигенно. Блин, почему-то вот мы медленно. Сьюзи, смотри, там пим-пим-пим. Три выстрела делает и все, а мы вообще один с тобой выстрел делаем.
Да, далеко мы так с собой не уйдем. Ну что, нам придется еще подождать с собой полторы минуты здесь. Минуту. Но лучше подождать, чем потом, извини меня, выжидать время, когда мои бойцы восстановятся. Потому что босс их, естественно, промнет. Что ты тут все моргаешь? Что ты мне хочешь показать все, а? Что-то новенькое появилось? Самоуничтожение. Спасибо большое. Да нету ничего нового. Чего он тогда моргает? Просто, наверное, отмечает, да, что... Ты там получил что-то... Так, давай-ка мы с тобой вот так сделаем. Светошумовую гранату можно использовать, ну, без проблем. Она, во-первых, откат маленький, да, у нее. Хотя, подожди, откат у нее я не помню сколько. Но держится она уже на поле боя 20 секунд. Давай, зомбики, подходите. Всем, как говорится, достанется. Все попадете под раздачу. Блин, а тут 2 минуты. А что так долго откатывается? Ага, вот. Где-то минуту, ребята. 30 секунд, полминуты. Вот, босс. Ну что, попробуем проверить, ребята, сможем ли мы его одолеть без буста. Ну, я имею в виду без всяких там воодушевлений и того прочего. Ну-ка, выпустим машину. Две мины. Так, даже половину здоровья я у него еще не отнял. Вот только сейчас посмотрим, как мина срабатывает. Если честно, он их даже не чувствует. Я-то думал, что будет, как бы тебе сказать, колоссальный урон, но нет. Ничего тут колоссального я не вижу. Забор, естественно, он сейчас проломает и начнет бомбить моих бойцов. Да, не удалось. Ну, это лишний раз говорит о том, что без вот этих вот, ребята, скиллов нам с тобой здесь не потянуть его. Так что придется ждать. Так что придется ждать. И, наверное, что-нибудь мы с тобой сейчас еще улучшим. Может быть, баррикаду? На каком уровне, интересно, ты станешь железной? И станешь ли ты вообще такой? Тоже непонятно. Так, ну что, здесь минутку подождать. Здесь две. Ну, машина нам нужна. Она как основной дамагер. И еще не забывай, ребята, когда босс выходит с толпой зомбарей, машина всех вот этих вот зомби мелких просто уничтожает. И у нас получается, мы с тобой стреляем не по всем, да, урон распространяется, а именно концентрируемся на боссе. И к тому же, когда все у нас будет с тобой в откате, мы его сможем забомбить. Ты видел, там немножко не хватило нам его добить. Так, тихо-тихо-тихо, что-то прорыв какой-то у них тут пошел. Давай-давай, вот так вот. Шикарно, пускай они там отвлекаются на светошумовую гранату. Блин, полторы минуты еще ждать, а? Чем заняться, ребят? Чем заняться в это время? Ким, давай попробуем тебе прокачать... Ага, хотелось бы, конечно, 20 уровень получить за тебя гемы. Ну, 42, я не знаю, триллиона пока нам не заработать. Это не триллиона, у нас там М-миллионы. Б, я не знаю, что это за сумма. Ну, Т я уже назвал триллионы. Может, биллионы? Биллионы. Да, зомби, друзья мои, уже проходят до моих ворот обычные мобы. Ну, слава богу, ворота крепкие, выдерживаем. Так, может быть, бустер золота сделать? Я хочу просто Кима прокачать до 20 уровня. Ну, в принципе, и Геральда тоже бы не помешало. До 20-очки. Мне кажется, чтобы тут выиграть, все наши бойцы должны быть, ну, как минимум 100 уровня. Вот как Джеймс. Я, правда, боюсь представить, что будет вытворять Доминик на 100 уровне. С каким он тут будет выходить уроном. Просто всех, он один, наверное, тут сможет всех бомбить. Да? 1 миллион уронов. Ну что, остается нам с тобой подождать всего лишь 18 секунд. И будем призывать босса. Попробуем. 111 день. Да и, наверное, фиг знает. Будем завязывать или не будем. Будем дальше пробовать на 112 день. Да нам хотя бы 111-то пережить. Ну что, в принципе, друзья, я готов. Я готов. Так, здесь у нас все активно. Это активно. Выставляем с тобой... Две мины. Воодушевление, вызываем босса. И отправляем сразу машину. Все.
Бомбим чисто по басяре. Давай, 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 родные мои. Я же вас, пока вы под бустами, под всей этой фигней, ускоренная стрельба у вас. Да, смотри, все отлично у вас выходит. Все-таки ускорение, как ни крути, дает прибавку. Дает офигенную прибавку. Фух, так, подожди, что-то я тут начал тратить. 111 день. Ну, я думаю, что мы с тобой 111 день тоже сможем зарулить. Единственное, нам придется с тобой опять подождать немножко времени. Ух ты, 329 биллионов. Что я могу себе сделать за эти суммы? Я могу прокачать. Я хотел же до 20 уровня, да? Так, Вайлет можно прокачать до 40-го. Так. Заберем с тобой сейчас награды. Здесь до 20-го. И вот тут тоже до 20-го. Конечно, помаленьку, да, идет прокачка, но все равно приятно. Забираем с тобой награды. Так, Вайлет до 40-го 9 гемов. Испытание Кима 7 гемов. И испытание Гарольда тоже 7 гемов. И в совокупности 62 бриллианта. Так, ну что, ждем, ждем с тобой откатик. 2 минутки, 2,5 минутки нам придется вот здесь подождать. И опять будем вызывать босса. Попробуем все-таки до 112 дня с тобой добраться сегодня. Я пока попробую улучшить. Ну-ка. Не хочет она становиться железной. Может быть, она и не будет никогда ей. Но защита все равно, ребят, не помешает. Сколько там? 7 тысяч, ну почти 7,5 тысяч защиты у этой вот стенки. Что-то хочется такого сделать, знаешь, не знаю. Душераздирающего. Бомбу атомную на них сбросить, вот что хочется. А мне кажется, такое надо будет потом применять. Она же сколько стоит? Ведь есть такая фигня, да. Ядерная ракета. Наносит мощный урон, чего там? Боссу зомби стоит 100 гемов. Это, наверное, где-то уже на последнем денечке, да, когда, наверное, выйдет супер-пупер босс. Но к его встрече нужно подготовиться. Нужно будет тут гемов штук, я не знаю, штук 1000, наверное. Может, 10 тысяч даже гемов. Но это тяжело накопить. Это придется ничего не это, не покупать, никаких бустов. Вообще ничего. Ну что, сколько там нам остается? Меньше минуты, так что ждем. Если мы не сможем с тобой его пройти, даже не будем заморачиваться. Потому что, ну, серию тратить на то, что мы с тобой здесь будем сейчас этой прокачкой заниматься, я думаю, не стоит. Я лучше это буду делать за кадром. А нам нужен, как говорится, сухой результат, где мы с тобой уже действительно просто валим врагов. Смотри, все кучкуются здесь, а? Давай, давай, вали. Ну что, по откатам. Подожди, почему... Я не могу понять, у нас же здесь все было нормально. Воодушевление, я не кликал. С какого перепуга еще 2 минуты я должен ждать? Да, несправедливо. Еще 2 минуты, ладно. Так, Чарльза до 30 уровня. Ну тут смотри. Так, Саймон. А что у нас, Саймон с тобой не прокачанный? Воу-воу-воу-воу, смотри. Просто толпы бегут. Вот именно для этого нам и нужно ускорение и воодушевление, и братство. Потому что они начинают быстрее стрелять. Тут они, видишь, как бы на расслабоне. Урон там еле-еле наносят. Даже вот этот чудик, он, по-моему, когда босс идет, 3 раза успевает выйти. А он, считай, неплохой урон наносит. Так что, друзья мои, ждем. Так, ремонт улучшить. Не знаю. Я все-таки больше склоняюсь к тому, что нужно нам прокачивать наших бойцов. Чарльз. Так, Роберт, вот давай-ка мы его, наверное, до 20-очки дотянем. Окей. Тимми. Тимми очень дорого мне обходится, да? Иван. Да, 12 триллионов, ё-моё.
чтобы поднять один уровень Рею. Серьезные заявочки. Ну что, 43 секунды ждем и, ребята, вызываем босса. Вызываем босса. Единственное, что у меня... А, кстати, мы с тобой можем купить. У меня уже есть. Раз, два. 600 патронов я взял. Это разрывные, типа как с дробаша, там полудробаш, я не знаю, как еще назвать их. Усиленный дамаг. Но, правда, не написано, да, насколько они... Насколько они сильны обычных патронов для дробаша, которым... А у нас тут даже не дробаш, у нас УЗИ. Смотри, что происходит. Просто наплывом идут. Ну что, последние секундочки, и мы с тобой призываем. Так. Ну, во-первых, мины. Так делаем. Воодушевление. Вызываем босса. Выпускаем с тобой машину. И эту халабуду мы с тобой уже встречали. Так, тихо, патроны забыл включить. Слушай, ну я тебе скажу следующее. Она ватная. И это я тебе серьезно говорю. Ты посмотри. Она уж успела дойти только до половины, и мы ее уже практически распетрушили. Плюс мина. Там вторая будет мина. Все. Довольно легко, оказывается. Есть, в принципе, смысл прожить до 113 дня. Ну что, попробуем, наверное, да, с тобой? Сколько нам тут ждать? Ну, самое большое — это 2 минуты на машине. Так, ладно. Сделаем это за кадром. Уже увидимся, когда я буду призывать босса. Ну что, друзья мои, откатики у нас с тобой прошли. Я немножко еще подкопил финансиков, совсем капельку. Так, ну что, светошумовую бросать будем с тобой? Или не будем? Нет, не будем. Сразу делаем наши усиления, улучшения. Так, кто у нас там? Мины выбросим. Ну что, девчуля, давай попробуем тебя разобрать. Так, слушай, здесь, по-моему, шансов будет у нас с тобой маловато. Половину здоровья не отнял, хотя она уже половину пути прошла. Так, если мой этот чувак внизу, который бегает, в принципе, есть шанс ее ушатать. Есть, ребят, я попробую, знаешь, что еще сделать? Вот так вот, это чисто для финансов. Ну-ка, мы ее порвали. Да, неплохо мы с тобой заработали деньжат. И что же дальше? А дальше мы с тобой попробуем пойти на 114 день. Нам будет подождать с тобой 2,5 минуты. Так, я пойду, наверное, сюда. Кого-нибудь попробую прокачать. Ваньку можно, в принципе. Нет, лучше, наверное, Шона. Как думаешь, да? Шон. Ну, в принципе, или же Саймона. Наверное, Саймона все-таки, да. Так, Тимми. Что ты, Тимми, хочешь? Давай попробуем немножечко его прокачать. Может быть, он когда-нибудь получит 10 уровень. Кстати, Саймон тоже нужен нам с 10 уровнем. Во-первых, мы с тобой получим за него гемы. Ну и урон, как говорится, уже будет почти, ребята, 36 миллионов. Это круто. Тогда сюда ящик мне этот. Так что давай ждать откаты и уже продолжим. Так, друзья мои, у нас с вами все откатилось, поэтому попробуем с тобой призвать боссяру. Так, мины, где там босс? Выходи. Так, опять этот профессор кислый щей, поэтому давай бомбить по нему. Посмотрим, насколько он здесь хорош, силен. Ну, я уже чувствую, что он будет силен. Так, мину вторую забыл поставить. Так, полпути прошел. Ну, мы у него половину здоровья уже отняли. Слушай, он будет наш. Он будет наш, это я тебе точно говорю. И мы с тобой перейдем на 114 день. И это круто, это очень круто, друзья мои. Шикарно, я бы даже сказал. Лично я очень доволен результатом. Так, награды мы с тобой получаем. И 114 день. Давай попытаемся дожить до 115 дня. Естественно, мы с тобой будем ждать, когда у нас все откатится. И увидимся. Так, друзья мои, все у нас с тобой в откатах. Давай активировать. Плюс 2 мины. Вызываем боссеру.
Отправляем машину, и опять у нас эта девочка, да? Девочка, женщина, как хочешь называй, но ее нужно уничтожить. И смотри, что у нас происходит. Я уже чувствую, ребята, не получится. Хотя, подожди. Нет, 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 вроде бы все нормуль. Да, есть шанс у нас с тобой ее вальнуть. Так, 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 она взрывается на мини первой. Так, доходит до второй. Успеем, успеем мы ее швартнуть здесь. И это будет круто. Да. Фу. Слушай, мы с тобой переходим на 115-й день. Как ни странно. А я хотел дожить только до 110-го. Отличный результат. Давай тогда попробуем уже до 116-го дня дотянуть. И у нас с тобой есть что прокачать. Так, может быть, мне машину? Нет, я хотел здесь кое-что сделать. Вот, Саймон получает 10-й уровень. Так, и попробую Тимми прокачать. Тоже до 10-го уровня сегодня. Так, а пока заберу награду. Ну что, ждем откаты и продолжаем. Ну что, ребята, у нас с тобой все откатилось, поэтому пора активироваться. Так, две мины. Вызываем босса. Ух ты! Это кто такой, ребят, смотрите. Это уже какой-то вояка, ё-моё. Смотри, крепкий чувак. Очень крепкий хмырь. Так, полпути уже прошел, тоже половину здоровья мы ему снесли. Слушай, по-моему, мы его ушатаем. Мы обязаны его подбить. Так, 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 давай мину еще одну поставим с тобой. Нет, 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 ну пожалуйста, ну пожалуйста, ребята, ну поднапрягитесь там, ну врежьте ему там, я не знаю, там с гранатомета, с чего хотите. Он сейчас баррикаду пробьет, баррикаду пробьет. Тихо, бьем, бьем, бьем. Есть! Ты прикинь, он мне снес баррикады, но я его все-таки на последних доли секундах ушатал. Фух, да, пошли, короче, зомби военные. Но это классика жанра, согласись. Во всех играх про зомби-апокалипсис, естественно, будут зомби-военные. Никуда ты от них не денешься. И тем не менее, у нас с тобой 116-й день. Ну что же, есть дальнейшее предложение у меня. Попробовать дотянуть до 117-го денечка. Но для этого, соответственно, подождем, когда у нас все с тобой здесь откатится. И посмотрим. Но я тебе скажу следующее. Вот пока я жду откаты, зомби вот эти вот рядовые становятся все сильнее и сильнее. Особенно когда бегущие волны, они здесь такое скопление делают. Во, смотри. Я же тебе говорил, что этот хмыреныш рано или поздно появится в виде обычных мобов. Вот он и начал. Соответственно, значит, и солдаты будут здесь. Хорошо, короче, увидимся, когда у нас все откатится. Давай активировать. Вызываем босяру, посмотрим, кто у нас тут будет. Ага. Ну, с этой чувырлой мы уже с тобой встречались. Как бы это для нас не новый босс. Единственное, надо проверить, насколько она сильна. А она сильна, судя по всему, потому что полпути пройдено, а у меня никакого результата нету. Подожди, почему я мину еще одну не послал? Эй, так не делается. Давай, 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 родные. Вот этот чувак, который с тесаком у нас, да, вот этот выбегает. Слушай, он наносит львиную долю дамага. Блин, она подходит, ребят, ну чё, что нам не хватает? Ну, твою налево, у меня же палец сейчас отсохнет, ты понимаешь, нет? Она ломает баррикаду, ребят, сломала. И, по-моему, мы тут сфейлимся с тобой сейчас. Ну, ну, твою, там совсем осталось микрон. Вообще по микрону. И я сфейлился. Так, друзья мои, предлагаю, короче, еще сделать одну попытку. Одну попытку, и я прокачаю сейчас, что только сделать. Наверное, мы машину с тобой качнем. Мы с тобой прокачаем тачку. Так, посмотрим, сколько мы сможем. Так, а это что такое? А, недостаточно золота, пишут мне. Ну, слушай, 80-й уровень. А вот непонятно, сколько она наносит урона. Да, смотри, она поглощает 330 энергии. 180 секунд откат. Но урона-то нету. В отличие, вот, например, как мина. Написано, да? 500 миллионов дамага. У станции вот этой электрической, да, ограждение написано почти 20 миллионов. А у машины непонятно. Ха. Интересно.
Надо будет потом, наверное, все-таки воодушевление и братство еще прокачать. Короче, увидимся с вами, когда произойдут откаты. Попробуем еще разок завалить этого босса. Зомби на меня налегают плотненько, я смотрю. Так, 190 патронов у меня для дробовичка. Ну что, призываем. Вначале активируем наши бусты. Вызываем Басеру. Где он там? Опять ты? Серьезно? Так, почему опять мина, ребята, у нас не активировалась? Ну, давай попробуем прожать ее. Давай попытаемся. Но что-то мне подсказывает, что в этот раз, наверное, не получится. Хотя, смотри, пол хп мы отняли у нее, половину здоровья. Так, на мину она на одну наступила. Кто-то вот ее потихоньку все равно, ребята, может отталкивать. Я не знаю, что это за юнит или какие-то вещи происходят. То есть, ну, давай, 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 давай. Я не хочу проиграть здесь, понимаешь? Баррикады пробиты. Не, ну ты серьезно, что ли? А? Вам не удалось сдержать орду. Да, в тот раз нам не хватило совсем немножечко, на этот раз чуть-чуть все-таки побольше. Ладно, тогда я предлагаю, друзья мои, закругляться. Мы с тобой сегодня дошли до 116 дня, я считаю, это неплохой результат. И обязательно увидимся в следующей серии и продолжим выживать. Как говорится, 200-й день не за горами. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!